Спасательный департамент призывает жителей Эстонии в предстоящие морозные дни во избежание пожаров топить печи умеренно, а также держать подальше от электрических радиаторов легковоспламеняющиеся материалы. По словам пресс-секретаря департамента, поскольку до конца недели в Эстонии ожидается морозная погода, владельцам квартир с печкой следует особенно внимательно следить за тем, чтобы заслонки были закрыты только после того, как в печи погаснут последние угли. Наибольшая опасность пожара существует в домах, где не следят за состоянием дымоходов и печей. В этом году в Эстонии произошло более 300 пожаров, причиной которых были неисправные печи и дымоходы. При использовании электрических нагревательных элементов надо следить за тем, чтобы они не располагались слишком близко к легковоспламеняющимся материалам, а также чтобы они не перегружали электрическую сеть в квартире. И это все на сегодня. О других новостях из жизни города узнаете из следующих выпусков событий. Всего доброго, до свидания.